Мы вдоль берега плывем. А это ни много ни мало, километров 50-60. Потому и 6 часов. Мы сначала плывем в одну точку, вот там пытаемся найти этих больших китов, она ближе здесь. Потом плывем в сторону вот другие киты, которые там всякие касатки и так далее. Это в сторону Анданеса. Ну, волна идет, смотри, на море, видишь? Мы скачем, да? Аттракцион «Американские горки». Такое оно, море Баренцево. Забор какой-то. Что ли, маяк? Да.
Смотрите, белое, это что? Это тюлени, по-моему. Где? Вон. Это тюлени. Наташа, приближай. Погоди. Это точно они. Тюлени. Тюлени. Юрка, фотку. Тюлени на скалах. Мы их видели плавающих, мы не видели лежащих на скалах. А вот, пожалуйста, видишь их, да? Какая прыгает по скалам. Смешно. А он головы плавающих, видите? Это баклан. Смотрите, как ныряет за голову. Смотрели на котика. Люди, как он плавает. Орел, да. Представляешь, Кира, вот на тех кораблях, которые мы видели вчера в музее Викинга, ходить по такому морю. Вон как подбрасывает, а нас вообще еле шевели. Ага. У нас нет. О! Принесся.
0229. То есть это пол первого получается. Достигает глубина километра и более. Глубина? Да. Это что там имеет такое? Призрак кита. Или нет, пират. Это пиратское судно, оно нас захватит скоро. Вот. Будет брать нас на абордаж. Пираты, пираты, все бункер вышли. Кто-то был. Там что-то было, живое. О, о, о! Был кит, кит, кит. Где? Да вон там. О, пошли к нему. Да, мы пошли к нему. Так, кит убег. А видела? Я заснять не успел, но видеть видел. А ты? Ну, я тоже, видишь, естественно, я не засняла. Это была, по-моему, касатка. А ты заснял? Не, заснять не заснял. Ты не успел? Не успел. Вот видишь, мы сейчас идем ее искать, на самом деле. Моя мускаточка. Видишь, мы на поиски касатки идем. Ну да, мы же развернулись и пошли. Легли в дри. Это-то бурлит. Давай, пора. Ну, что видит? Где? Ну, я. На эхолоте он ее видит. А он ее видит?
Да. Мы за ней гоняемся, конечно. Да. На 20 там 2 часа или 20 минут, да? Да. Вот они сейчас как занырнут на 20 минут, и... Ну здорово. Мы видели их вживую, да? А, мы подождем здесь 10 минут. Так что будьте готовы снимать, они могут вынырнуть в любой момент. Так вот, вообще мы их слышим. Вот как ты слышал звуки, которые показывали в этом самом наушниках, слышно. Через сонар специальная штука такая. А есть подводный радар еще, который посылает волну, волна отражается от какого-то предмета и возвращается обратно. На основании чего, вот, собственно, как они все ориентируются, киты. То есть не такой же радар имеют, так сказать, или не такой же радар имеют. Они ровно так ориентируются все. Ага, сонар, радары. Миша, быстро! Да, вон они вернули. Вон они. Ох, а сколько их. Целая стая. Это касатка. Это хищные киты. Киты-убийцы. Да. По-моему. Какая красота! Они все в несколько метров от нас. Ну вот, они ушли под воду. Очень не вовремя он у тебя сел. Конечно. Закрывай эту штуку. У тебя-то, Юрка, получилось? Юра говорит, с желтым пятнышком хорошо. С белым. Белым? Здорово. Ну, покажешь потом. Ой. По-моему, это киты-убийцы действительно были на касатке. Те, которые вот на тех тюленей охотятся. У них большие-большие зубы. Да? Да, человек может спокойно съесть. Вот это? Конечно. Че? Оленя тоже съесть. Кого съесть? Оленя. Конечно. Котика может съесть. Нам очень повезло, потому что говорят, что редко. Especially when they are traveling fast like now. It's very easy to miss them.
even if you pass close. So, but today the visibility is very good. The sea is very flat. That's why we could spot them from very far away. Нам, короче, очень повезло. Можно по 3-4 дня охотиться за ними и не увидеть их. А мы увидели. Понятно. Вон они. О! Где? Там, там. А, вот. Смотри, я с маленьким, я ловлю как с маленьким зубом, да? Понятно это. Вот. Ну, голову я тоже не заснял, первый раз.
Я вообще не знаю. Я тоже ни разу. О, есть! Есть, есть, я заснял голову. Наверное, мы слишком близко подошли, и теперь они как-то прячутся. Мы никого не видим. Однако наш курсовод машет рукой и кричит, что там-там. Гоняемся по Баренцевому морю за Китаем. Я люблю вам кисенья. Это волна подозрительная. Вон оно. Юрка, видел фонтан? Нет? Юрка, я видел. Слышь, Юр? Вот там вот фонтан так и подлетал. Потому что там впереди был фонтан. Вон, смотри, вон оно. Оно далеко, но оно есть. Вон оно, видишь, барашки там? Видел, да, волна. Оно далеко-далеко, но его видно. Вон он, вон он. Видел, Юрка? Смотри, барашки. Такие барашки, плечики, вода подскакивает в воздух. Очень нетипичным образом, посмотри. Вот, вот сейчас. Видел? Вон она, Юрка, видишь сейчас? Кидаться самого не видно. Вот фонтанчики, которые он посылает, вон, видно, видишь, сейчас барашек был. Здоровый-то. С такого расстояния. Ты видишь, Наташа? Ох, какой красавец. Вот он, да. Вот я просто в дрейф люблю. Вот он. Получилось, Наташа? Вот это здоровый. Ух ты, хвост. Класс. И вот он нырнул. Он от нас ушел. This whale, it's a whale known of us. His name is Glenn. It was seen here for the first time in 94. So if you think that these whales, when they arrive here, they are already 20, 25 years old. So it means that this whale is at least 45 years old. Да, это Глен. Это Глен? Вот. Кита зовут Глен, и он это самое. То ли 45 лет, что ли такое, то ли 25, то ли 45 лет ему. В общем, достаточно взрослый, большой кит. Юрка, успел сфоткать? Хвост не успел. Хвост не успел, да?
А я успел, я соснял. А ты хвост успела? Да. Ох ты. Ну да, ну потом удар, нет? Я аж согрелся. Я за ним скакал. У тебя, видишь, хотя бы понятно, надо фонтанчики такие искать в воде. Если там надо было искать плавник в воде, то здесь надо искать фонтанчики. Самого вон до нас отошли. Даже дальше? Нет, не дальше, вон он. Вот он занес. А Донес вот. Вот то вот здание видите. Там Донес. Да? Да. Спя грязно домогаюсь. Среди людей. Ужас. Давайте искать китов, да, в идеале. Птица, рыба, креветки. Никто не будет, а? Они все попрятались. Скорее всего, где-то там. Ну, идемте на слух на киту. Говорят, что есть кит. Ох ты, она тут корабля спокойно птиц. Да, она уже приблизила, уже спокойно. Видимо, рыболовный корабль. Ну вот, наш многоопытный гид утверждает, что киты уже прямо здесь. Вот, только они нырнули. Надо ждать, когда они вынырнут. Послушав мега-локатор. Там, где они вынырнут, будет большая волна. Смотреть, да. Дальше это нет. Мы его слушаем. О, слышал? Слышал тоже. Вот он. Такие пищит. Не хочет уже пищать. Ты лучше не пищи, а вылезай. Такая долгая. Пока их дождешься, пока их подкараулишь, когда на Донес, извините меня, прогуляешься. Вот он опять. Вот он маленький так. Мы его увидели. Вон оно. Вон он, вон он. Видишь? Наташ, видишь? Привет. Видишь его? Фонтанчики в воде, видишь? Далеко.
фонтанчиком поставлю. Хочешь и снова тебе говорят? Еще хочешь, нет? Ты, кстати, пришел где-то здесь? Да, да, да. We have two very close to each other, so it's possible that they have seen the other one. Азалан, что это? Что сказал?
уже 40 метров на пике, скорее всего, здесь есть еще один. Что это впереди? Ни хрена не буйок был. Я вот там что-то видел. А, это, наверное, птицу я вижу. Наверное, я иду птицу. Там-то ловатка. Где уже дважды все кидались. Я на нее кинулся тоже. Наташ! Ну вот, а теперь я первый увидел кита. Иногда можно увидеть группу дельфинов, еще она привезла какие-то по 7 штук морских. Не знаю, солнце. Это можно.
Руки поднимаю. Пойдем, No, I don't know. No, it's a кашалот. Кашалот я знаю. Yes. Это кашалот был. Кашалот. Кашалот сознался, что это был кашалот. А-а-а. Вот это, Юрка, был настоящий кашалот. Ой! Он бы не сильно упасть, да? Ой! Вот это самый настоящий кашалот. Для кашалота вживую, да. Вот это хвост кашалота. Красивый снимок. Ведущий там с водой, там вода с ним стекает. Классно. Немного смазано. По-моему. Ну, по-моему, нет. Не на тебе вижу. Спинка. Вот они предлагают идти туда дальше все-таки. Смотреть. Пойду смотреть. Ой. Не видели хвоста. Значит, погрузился на 2 минуты, на 5 максимум. Ну, в общем, понятно. Удрал он от нас все-таки. Последний. Типа сейчас будет это. Здесь не мокро. Просто красиво.
ладно. Видишь, спасательные слитки даже есть. Like that in this direction. Yeah. And do you know what they have here inside? Yeah. Mm-hmm. It's also white. Weiße Masse. Yeah, so white things. So yes, I know it in German. Yeah. Yeah, very good. They have a white liquid. Well, it's a kind of oil, you know, yes. That yeah. It's quite waxy. So when the first whalers opened the head of this whale and they were looking inside, they were thinking, oh my god, this whale is full of sperm. Mm-hmm. Yeah. You know what a sperm is. For sure, for example. Yeah. You know. So that's why they call this whale sperm whale. Mm-hmm. Can you understand me more or less? Russian. Yes. But here they have a white kind of oil that they use it for the sonar. Ah, sonar там? Yeah, sure. So, this is a 3D reconstruction of this oil. Yeah. Here's the eye, the mouth, mm-hmm. And here is where they have this oil. So, do you remember that the sound of the sperm was like that? Yeah, the click. Very good. So they produce the click here. Yeah. Mm-hmm. And then this sound travels through the head, mm-hmm. And it gets amplified really loud. Mm-hmm. And then it comes back, mm-hmm. And it passes through the fat is or in a series of slices. Yeah. That mm-hmm. What they do is they concentrate the sound. Mm-hmm. Yeah. Uh-huh. So in the end, the sound is very very loud and very high directive. Mm-hmm. Could you listen to the whales? Yes. Could you listen to the whales? Mm-hmm. Do you remember how loud it was? Yes. Very loud. Yeah. So yeah. You have to think this is very directive, like mm-hmm. A laser, you know? The whale was looking down like that. Mm-hmm. And we were up, so completely. Yes, very far away. Yes. And also we were 500 meters far away. Mm-hmm. So we could be around 800, 1000 meters far away from the whale. Mm-hmm. The whale was not looking at us, mm-hmm. And it was incredibly loud. Mm-hmm. So if you are standing here, we have never heard something like that in our lives. Я не знаю, что это такое. Внимание мною. The orcas also have the head like that, like mm-hmm. A bowl, mm-hmm. And the skull is very different. Mm-hmm. So they have also oil here, yeah. That they use it for the sonar. Mm-hmm. Okay. That's mm-hmm. Yeah. But in the sperm whales, the sound is making ping, ping, mm-hmm. Ping. Yeah. And in the orcas, only this way. Oh. Mm-hmm. So today we saw one male with the dorsal fin like that, you see? Like that. Big one. Mm-hmm. This is the males. Mm-hmm. And the females have it more like that. So here, for example, we have one male and a female. Мужской вертикальный плавник, женский более горизонтальный. You know, the orcas, normally they live in families. Mm-hmm.
So the boss of the family is the grandmother. Живут, а владеют всем бабушка. Бабушка у них самая крутая, видишь, как в семье. Like in all the families. В семье у косаток бабушка самая крутая. So then you see the males, I don't know if you realized, but the male was always very close to the boat. A kind of protecting the females and the baby that was more far away. Мужчина защищает женщин и детей. In fact, this baby was not from this male. Okay, so normally in this group of orcas you have the mother with all the kids, so this mother, females and males, with the also the kids of the females. But then the males, they go away from the group and they find another group and they meet with the females of other group. Mm-hmm. And then they come to mama's place, you know, and they don't take care of their own kids. Mama cries. So today, for example, we saw one male in the group, and I'm pretty sure that this male was the uncle of the little one, but not his father. Правильно, если группа, но если это самое, что группа, все в группе группы бабушки. Но самцы вроде как могут из группы в группу переходить, как я понял. Самцы вроде как не могут. А чужих детей выгоняют. Ну, возраст казаток вроде 7 лет, да. Которых мы идем. And this clan was already quite old. The whale we have seen today, we have seen the same whale 3 times. Yeah, I was looking now at the pictures and organizing them, and I could see that. Lisa, what's the name of the whale? Clan. We like very much this whale because it stays a long time in the surface. It's very used to the noise of our boat, so it stays really calm. Yes, can get very close to it. The second time that we were so close, in fact, we stopped the boat, you know, and the current was drifting us to the whale, and the whale was there without moving. Yes, like really, really quiet. Also, es ist immer so ruhig, dass man denken kann, dass sie relativ immer schnell gut dran gehen. Das war diesmal nicht so geplant, beim zweiten Mal haben wir sehr nah, war nicht geplant, die Wellen haben uns hingedrückt von der Mutter. Und dem hat das ja nichts ausgemacht. Also den kleinen Weg ist sie gern. Und seit er ja schon ziemlich alt. Der kennt das. He's known it. And also it's a very good whale because he normally does the dives like vertical almost. So when he comes up in the surface, he is very close. But in the third time he went really far away. But normally he doesn't do that. Обычно они плавают далеко, а вот сегодня мы увидели близко, у берега. Обычно касатки плавают очень-очень далеко. Do you make here only for tourists or you make some science with the whales? Do you know what I mean? Yeah. What we do is all the pictures that I took today, then we send them to researchers. For example, there are 5 groups in Norway that works with orcas. So we will send them the pictures to all of them. It's okay. And for the spermies, we have a student that he's matching like the catalog, the catalog of the whales here in Norway with the catalog of the whales in Azores. Oh. To know more about the migrations. Ты сейчас полетишь, птица. Ты аккуратнее. А то ведь полетишь. Сейчас волна такая, просто подбиваю.
специально, чтобы здесь волны не было. Вот это вот волнорез такой стоит. Сделан специально, чтобы ветер сюда не дул. Да, волны здесь не было, чтобы корабль приходил беспокойно. Говорит, шторма здесь пережидать. Радар. Я так думаю. Радар? So now we need this area free, you know, for the ropes. Давай снимать тебя жилет.